Начнем с важной новости. Сегодня на внеочередном совете депутатов Ленинского муниципального района было объявлено о том, что Олег Хромов уходит с поста главы муниципалитета. В совет депутатов поступило заявление главы Ленинского муниципального района о досрочном прекращении его полномочий. Это его право, которое, в общем-то, не оспаривается, его единоличное решение. В связи с этим, в соответствии с федеральным законным уставом, предлагается проект решения принять к сведению досрочное прекращение полномочий главы Ленинского муниципального района Московской области Хромова Олега Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию 6 июня 2018 года. Исполнять обязанности главы Ленинского района будет Валерий Венцель, который до последнего был председателем районного совета депутатов. Его кандидатуру предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мы сегодня у Андрея Юрьевича были вместе с Валерием Николаевичем Венцелем. Были приняты решения, губернатор Подмосковья рекомендовал Валерию Николаевичу принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы Ленинского муниципального района в соответствии с уставом Ленинского муниципального района в связи с моим досрочным сложением полномочий. Ну а совет депутатов теперь возглавит бывший заместитель районного совета Станислав Радченко. Он сам выдвинул свою кандидатуру, и его поддержали большинство депутатов. Решение принято единогласно. На заседании был вынесен вопрос об утверждении положения проведения конкурса на избрание кандидата на пост главы Ленинского района от Совета депутатов муниципального образования. Несколько представителей Совета предложили вынести положение на комиссию для доработки. Но, как объяснила начальник правового управления администрации района Любовь Исаева, положение уже было проработано, утверждено, и по нему проводились конкурсы по выборам глав поселений. Несмотря на разногласия, данное положение было принято большинством голосов. Оно и будет определять порядок проведения выборов главы Ленинского района. Олег Хромов в свой последний рабочий день поблагодарил всех, с кем пришлось поработать за 3,5 года в Ленинском районе. Я хотел бы поблагодарить всех за терпение, особенно те, кто работал вместе со мной одной единой командой, кто меня поддерживал, это общественные организации, и Совет ветеранов, и Общество инвалидов, и многие-многие другие общественные организации, за ту действенную помощь, иногда очень важную, нужную, моральную, которую мне они оказывали, и людям, которые находились рядом. И мы тем самым поступательно двигались к решению тех или иных проблем.